Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Даналия, и сегодня будет такой маленький тизер для видео, которые будут выходить в течение ближайших нескольких месяцев, а может быть даже и месяца. Все будет зависеть от моего настроения и желания монтировать данную серию видео. Это будут видео, как я и обещала, про все мои аккаунты. В каждом видео я буду снимать и рассказывать о конкретном персонаже, о его лошадях и, в принципе, о характере и истории данных персон. Аккаунтов у меня много, но вы познакомитесь как раз с самыми главными из них, которые находятся на этом же сервере, где и Дарья Рейвенлайт. Вы познакомитесь с Дашей Панихом, с Элизабет Даркмор, с Эрикой Мунлайт, с Мэри Нордей, с Хиной Вейстлайн и с Кассандрой Файршилд. Все эти аккаунты существуют уже порядком долгое время, некоторые из них более новые, и создание которых было вообще просто спонтанным решением. Некоторые даже уже не маленькие, а очень хорошо прокачанные. Ну, в принципе, об этом я буду рассказывать в каждом видео, потому что я буду начинать от самого рождения каждого аккаунта и до настоящего времени, в каком он состоянии, а также какое будущее я планирую для каждого из этих аккаунтов. Так что ждите, ожидайте данную серию видео. И уже сейчас могу вам сказать, что первое видео из данной категории будет про Дашу Панихом, потому что это мой самый первый аккаунт, первее, чем Дарья Рейвенлайт. Так что сидите, ждите и надейтесь, что видео выйдет совсем скоро, и вы узнаете много чего интересного о всех моих персонажей. И даже, может быть, узнаете то, что я для них задумала. Так что я вам желаю хорошего времени суток, приятного ожидания, и не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока, удачи вам и до встречи в следующих видео.